Всем добрый день. Make Wishes Real происходит прямо сейчас. Я стою рядом с денежным деревом. Вот. Можно посмотреть. Это такая кадушка большая. Как бы здесь показать. Большой горшок. Вот. И это денежное дерево. Такое маленькое деревце. Может, это японского типа. Я когда жил в России, такие маленькие были на окнах у моих знакомых. Они называли это денежное дерево. Такие листочки. А здесь я как бы случайно вот решил записать видео, рассказать о Make Wishes Real, о компании «Сделай мечты реальностью», по-английски Make Wishes Real, и встретил это денежное дерево. Вот, так что все супер. Ну так вот, что я хотел сказать о Make Wishes Real. Небольшой кусочек денежного дерева попадает в кадр, это круто. Вот. Но что я хотел сказать. Make Wishes Real. Компания работает. Работает. Это у меня здесь подсказка. Как говорится, читаю по бумажке. С бумажкой, короче. Работаю. Американская компания, имеющая мощную законодательную базу. Работает до 2013 года. Вот. Основатель и генеральный директор, CEO, как это по-английски говорит, Йони Ашеров. Об Йони есть отдельное видео в интернете, где он сам о себе рассказывает. Я, кстати, хочу на канал себе его тоже поместить, но пока как бы другие дела меня занимают. Значит, продуктовая линейка компании Make Wishes Real. Всеобъемлющая, на любой вкус, удовлетворит самого изысканного путешественника и туриста. Значит, это отели, гостиницы, круизы, перелеты, ну, в смысле, авиа, ЖД-билеты, аренда авто, культурные программы, горячие предложения, активные виды отдыха, там, гольф-клуб, вообще все, что может прийти в голову, посещение самых там экзотических, исторических, интересных мест, да? То есть все это со скидкой до 85%. Ну, 85%, конечно, такая скидка есть на горячие предложения по бронированию отелей. Например, вы едете в Таиланд, или сейчас вот будет добавлено после майской конференции в Париже Турция, Египет, ну, как бы эти туристические рынки, которые отдыхают жители стран СНГ. Это, ну, как все знают, Россия, Белоруссия, Украина и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. По итогам рейтинга Business for Home есть такой веб-сайт за январь месяц 2019 года. Компания Make Wishes Real Life вошла в первую десятку лучших компаний по всему миру. Это в 2019, тут в этом, да, сейчас май месяц, в январе месяце вошла в десятку лучших компаний мира для бизнеса из дома. Или network marketing. Ну, в основном этот веб-сайт Business for Home это обозревает компании network marketing, которые занимаются
нетворком. Ну, нетворк — это как построение сетей сбыта или маркетингом. Маркетингом в данном случае туристических услуг мы занимаемся. Что здесь еще? Успешных, значит, десятка успешных компаний. Четвертый пункт, о котором я хочу сказать, это маркетинг-план компании. Классический линейный. Накопительный с пассивным остаточным доходом, что является редкостью и привлекает абсолютно всех. Всех бизнес-билдеров. Это, кстати, видео бизнес-билдерам посвящается. Пример доходности маркетинга. Команда из трех партнеров, это пакет Pro, так называется. У нас есть VIP, Pro и Elite. Это вот пакет Pro, который стоит с абонентской платой $89 в месяц. Имея три партнера, вы становитесь бесплатником, то есть освобождаетесь от этой абонентской платы, то есть уплаты за членство, которая дает нам все преимущества в компании. Это скидки на все мною вышеперечисленные услуги. Да? Далее. Пример. Дальше. Если 12 человек у вас в организации, вы выходите на пассивный доход $300 в месяц. Как пример. Там может быть разное расположение, как бы зависит от этого доход, от расположения, ну, кто кого спонсировал в компанию, но в среднем $300 в месяц. Имея в команде 42 человека, пассив $600. 125 человек, $1200. И так далее. Это надо смотреть маркетинг-план, если более подробно. Есть табличка хорошая, во многих видео она мелькает у партнеров, где расписаны ранги и, как сказать, бонусы, доходы. Да? И начинается с менеджера и кончается четырежды бриллиантом. Да? Так вот, четырежды бриллиант получает в день 15 000 долларов. Это вот максимальный доход, что является $450 000 в месяц. То есть это максим, это планка как бы доходности, но по этому виду дохода, вот именно по пассивному доходу. В компании есть несколько видов дохода по маркетинг-плану. Так я так это подытожу. Начиная с... Сколько там время? Ярко. Надо заканчивать. Начиная с $3 в день, с трех партнеров, до $15 000 в день за определенное количество партнеров. Я сейчас затрудняюсь сказать. И пятое, самый главный козырь, который бьет все остальные масти в колоде карт, это то, что сейчас мы открываем рынок СНГ. Для подробной информации вы можете мне позвонить на Viber, WhatsApp. Это плюс 1 код страны, 961-712-6303. Телефон я, в принципе, указываю в описании к видео. Я всех поздравляю. Make Wishes Real происходит прямо сейчас. Это Калифорния. Вечер. 7 часов вечера. Закат. Солнце светит. Всем хорошего дня.